Однако в 2009 году произвело на зрителей фестиваля большое впечатление. И поэтому мы очень рады их возвращению к нам. Возглавляет китайскую делегацию настоятель монастыря Шаолинь Ши Юн Си. Китайская поговорка утверждает, все боевые искусства повсеместные вышли из Шаолиньского монастыря. За 1500 лет его учение распространилось по всему миру, приобретая поклонников как на Востоке, так и на Западе.